чечевица с мазиком посыпана лучком, также яишенка посыпана черным перцем, 2 чебурека, растягай, мини-пицца, икра кабачковая, ну и кофе чембо уруматный, растворимый, чтобы это все запить. Всем привет, друзья. Обед. Обед. Сегодня курочка кабачковая. Решил ее отдельно, чтобы не делать тут хрючево. Сегодня, кстати, желточек не растекся. О, можно помакать. Растягай с треской. Раньше они делали с горбушей. Видать, с горбушей туго стало. Это мой первый прием пищи. Сегодня не позавтракал. Мне охота была вставать. Проснулся. Встал уже поздно. 9:30 утра. Пока помылся. Зубы почистил. Потом побрился, в магазин сходил. Там уж некогда было. Там смысла не было завтракать. Время 15:07 как раз. Друзья, 1 апреля у меня стрим. Алкострим. Что, приходите, выпьем, посидим. Очень голодный. Желточек. Я люблю вот так желто. Когда же тепло будет на улице? Тепло, я имею в виду, плюс 15 хотя бы. Камеру посмотрю, есть контакт, нет? Ой, нормально, а то опять не запишется. Thank you.
Давненько не ел кабачковую курочку. Это Пиканта. Компания Пиканта. У меня же еще кофеек есть. Сегодня богатый обед. Что без десерта сегодня. Так, давайте чебуречек. Вот он, видите, мяска сколько. Почти нету. Но чебурек все равно вкусный. Вот. Не, реально, они раньше мяса очень много ложили, ну побольше. Тут что-то вообще. Надо будет как-нибудь обжор сделать. По чебурекам, да? Шесть чебуреков за раз. Как думаете, съем, нет? Я думаю, да. Что тут на тесто? Ну, вкусное тесто. Приступаем к мини-пицце с ветчиной. Еще огурчики зелененькие. Она выглядит в разрезе. Сверху майонез. Тут все просто, ничего необычного.
Ветчина, соленый огурец и майонез. Ничего вкуса. Конечно, не сравнится с пиццами, которые там в пиццерии готовят. Все, друзья, обед был, как всегда, топовый, как всегда, на высоте, как всегда, бомба, да.